Все, стрим запускай ссылку. Ссылка есть. Жуки, второе нашествие. Видать стрим? Ну, наполовину. Стрим есть, но плей пока не нажимается. О, работает. Жуки, второе жуки нашествие. На связи вы, про нас уже, наверное, забыли. Мы тут с полицейским там идем, если что. Наш или брат... это просто накачанный тип, типа, в униформе. В жестком мой дрипе. Мой бля, красиво пиздец выглядит, смотри, с этой. Да, неплохо. Стилек имеем. Стилек есть. Да, это мы жуки. Это жуки. Думали, жуки только один раз стримят, они в день 4 раза минимум стримят. База. Вот смотри, начало. Подсматривай. И он сыт через вот. Он сыт так вот, наклонившись, блядь. Че за чел вообще? Просто гений, реально решил в парк посадить, облокотившись от забот. Не спалиться, знаешь. Челы, если будете залетать вот так на стримы, то будут стримы часто. Если не будете залетать, то стримы будут тоже часто. Смотри, французская кафешка какая. Ну покажи ее, покажи. Ну покажи, Виталька. Ну пиздец, вот прямо, блядь, лягушачьи лапки там, блядь, похавать можно. Да, выглядит как фильм. А чё, мы в ёбнутую лошадь идем? Нет еще. Ладно. Пока они не готовы, да? Без ёбнутой, ебанутой лошади. Если, давай так, если онлайн пробивает уровень 50 тысяч, это много прям. Вдруг у нас случается, что онлайн пробился на 50 тысяч, мы идем в ёбнутую лошадь. Показываем. Ну ладно, мы не можем, правда. Ну пока пишут ноль онлайна, братан. Ладно, пацаны, если будет один человек, то мы сегодня бухаем. Пишут, у вас сейчас ноль вообще. Ну пацаны... Жуки, срочный сбор. Собирайте всех своих жуков. Глорадские, блядь, какие-нибудь там. Клопы, и... хоть кто... А что завтра за день? Вторник? Челиком в школу. Пиздюкам завтра в школу, вот они и не заходят. Лохи. Всех школьников задисят. Пиздюки, лохи. Эй, лошары, чё завтра к первому? Завтра к первому домашку сделали? Ужас. А ничего, что у них каникулы сейчас? А, блядь, точно, бля. Пиздюки отдыхают, суки. Идите работать. А как же насчет, да, летней работы? Реально бабки надо делать пора уже. Ребят, на летнюю работу подработка какая-то легкая, может быть, нужна. Мороженка продавать там. Фигу вам, Пир. Покажи фигу. Это вам фигу. А ты как? Вот она. Нахуя намотана. Идем жрать. Жуки идут жрать. Реальный хавчик, реальный хасл. Это все про нашу историю. Пиздюки просто плюются слюнями сейчас на нас. Нас, кстати, может, не пустят, тоже уже закрыто. Злятся, да? Злятся такие. Нарушаем или кто? Не-не, забей. Забей с куфы, нахуй нам бежать. Нам главное заказать успеть, так-то все будет чил. И десертик еще. Яйца. Пацаны, обожаю гоу, яйца. Гоу, гоу, гоу. Гоу, гоу, пиздюки, без шухера лишнего. Аккуратно двигаемся. Ладно. Стандартный вопрос. Зацените картину. Бернард Буфе.
охуенный художник. Ну, пиздюки не поймут, скорее всего. Скажут, да, лейм. Важный вопрос, ребята. Плюс вайп или минус? Или ТГК. ТГК звучит как наркотик. Кто бы еще мог об этом заявить? Жуки, ведем вас сейчас в нормальное место, потому что так как мы одна семья, вся вот эта движуха, крыльчатина, все, кто имеет крылья, сейчас идут нормально жрать. Лохи плачут, пока мы идем. Пиздюки со своими ТГК сосут. Бля, Костик уже на агрессивную, бля. Хули молчать? Пишут бжж. Чат, пишите бжж, кто жуки. Жужжат, жужжат, наши на связи. Жуки, жужжите. Жуки, дайте жужу. Жужжат, жужжат. Молодцы какие. Сейчас эти лохи, пиздюки в ахуе будут от нас. Все, вырубай свет, братуха. А чё? Да мы к кресту пришли. Секретничай. Сейчас по секрету. Внутри въебем прожектор просто. Жуки, кто хавать хочет? Сейчас похаваем. Ну у вас визуальные наркотики будут. Бля, я б, если честно, даже сегодня навернул бы жареных пельмешек со сметанкой. Да? Такой вайп у меня. Пожужжал бы на них? Пожужжал бы, реально. Но здесь есть русские магазы, можно купить пельмешки. Жуки никогда не лопнут, хавают до потери пульса. Пока идет, реально. Мы майские жуки, ну кто-то майский, кто-то колорадский, на говно. Падки. Мы августовские, братан. Круглогодичные. Круглогодичные жуки, реально. Если что, нас туда пойдем тогда. Если не впустят, да. Хавку. А там что у нас, япончик? Да. Пожу? Пойдем. Ресторан Нико Романо, как еще сказать? Окей, мерси. Бонсуар. А ресторан Нико... Робан? Вы, Сэси. Мерси. Скажи, что пришли пожужжать. Тут. Окей, перфект. Спроси Варик около помойки, можешь присесть. О, смотри, как науки пиздат. Ух ты. Хорошо. Просто благодать, ребятки. Просто сейчас будем варить. Окей, thank you so much. Жуки сегодня на... Ну и садись, жук. Ну я туда хотел, ну ладно. Сейчас, ну садись сейчас. Сюда. Ну сейчас. Ну. А he will stay. Ты хочешь сюда? Давай. Мерси. Мерси. Жуки, мы на первой вылазке. Имейте уважение. Have a good dinner, sir. Thank you so much. Thank you. Поставь просто чат. Куда-нибудь так. Мы только видно. Зажужжали, и мы уже в рестике. Вы просто поднимайтесь. Бонсуа. Бонсуа. Поставь как-нибудь, чтобы просто стояло и все. Да, я откручиваю сейчас. Жужжальни, будете с нами, реально подниметесь. Самые богатые жуки с нами. Мы скоро еще откроем платный Давай. Канал для элитных жуков. Поц уже задвигается схема. Бонсуа. Бонсуа. Perfect. How are you? We would like to have a nice dinner tonight, if possible. I bring you some water to start. Yes, can we have carbonated and still? You're Thank you so much. Карбонаровую воду хочешь? Yes. Из карбонары? С жир. Жуки, вы на связи? Просто, блядь, реально пожужжите, но для братьев, блядь, просто для братьев.
ты это самое не ори, а то нас слышно пиздец на весь ресторан. Жука, так, не стесняться. Не стесняться нечего, просто мы громкие парни, еще подвыпившие, под винцом, пиздец на нас сегодня все. Да ладно, я на трезвоке. Ты вывиделся. Просто очки запотевые. Фары реально уже не могут. Давай вот так вот. Вот так вот. Ну я жукам блюдо одно закажу. Одно жуковое блюдо. Что вы тоже поклевали немного. Для жуков блюдо. Да, одно жуковое, как-нибудь травы, блядь, им. Что-то уже, знаешь, да, повысь этот ночную. ИСО. Похуй на шум, а то, чтобы нас видно было сильнее. Или ты хочешь такой натуральный антураж ресторана? Антураж имеем. Антураж ресторановский есть. Там вообще как мафия была. Там, где мы в отеле проходили? Да, мы как якудзу ходили. Sorry, but for privacy reason, the camera is not allowed in the restaurant. Yeah, just... Okay. Nothing's happening. Начинается. Да. Мы ее снимаем. Да. Я не хочу ее на это. Да. Они там уже целую коалицию собрали. Сделали схему. Тоже жужжат что-то. Бонсуа? А ты выруби свою схему. So here you have Spoglia and here Kristin, you have the chef Nicola. Thank you so much. Ну что, нам пожужжать даже нельзя? Ну как сделать, чтобы по картинке не было видно? Да. Мейс паркинг. Мерси. Thank you so much. For you, sir? Still, please. And can we have the menus just to see them? Хоть что-то выбрать, да тут? Because the lady said that the kitchen is closing at 12. Okay, it's okay. Спроси, что-то собачье есть пожевать? Да ты сними еще свою схему, поставь туда, чтобы они там типа не стрессовали так сильно. Да вроде все, расчили. Надеюсь, что да. Но хотели, да, заебать так нас. Это фэшн у меня. Обычный фэшн. Ребят, ну, чё? Видно, что схема такая сложная. Скину, да. Какую-то вот с этой точно надо порешать. Потому что там видно, что видеозапись. Какую? Там. Да это, ну чё, я смотрю просто. Винишко будем? Ой. Тогда тоже в ёбнутую лошадь уже надо будет заказывать место. Чё вы ой пишете? Давай ещё бухлишко возьму. Думаешь, мечта у тебя есть такая? Есть такая мечта. Бля, стакан пиздатый. Из-за этого только хочется. Потрогай этот стакан. А, ну я понял. У тебя чуть другой, а вот этот такой прям у всех разный, да? Прикольно. Тихо, тихо. Жуки, сейчас. Легкий абзац дайте. Возможен ли разбан Твича, ну в теории. Это кто из принес? Официант. Кушаем. Ну это картон. Perfect. Thank you so much. Yes. Welcome to begin. Really? Do you maybe know the chef Nico Romito or not? No, we never heard about it. Our friend recommended this for us. He said it's a nice restaurant here. И не более. So to begin, welcome. But the chef Nico Romito, for his history, is one three-star chef in the Abruzzo, so it's a region in Italy. About his philosophy of food, it's very to have a lot of things to share, if you want, with a lot of palates and always a little touch of acidity in each plate with some lemon, orange. Okay, something that you would recommend us from the menu, like it is your signature dish. Something of your signature dishes? Yeah, something that you recommend. Спроси разъебаться, чем-то есть? One
local menu at the end, and each plate, which are if you want more natural. So to begin by the first page, we'll have the asagine antipasti. But to be those starter, so you will have at the left the starters who are maybe more easier to share. Скажи, что okay. Скажи, что разъебал по страшному вот так. Yes. Okay. Я переведу. Okay. Sorry. Because at the left, it will be maybe all the starters to share, and at the right, maybe more big starters. After doing those other page, at the next page, you will have the pasta if you want. As this is the same, yeah, exactly. Starters maybe, and these starters. But those one will be more easier to share. Okay, and but one this more one big if you want. Okay. At the next page, you will have at the left, if you want to try, maybe so. At the left, you will have just the pasta. Each pasta will be cooked al dente if never. Pasta. We are keeping the traditional Italian food. Okay. And just add the one that will be more the main course with the meat and stuff, the fish. Yeah. Exactly. You will have just the side plates. And to finish, the last page that will be just a moment. I saw a picture on the Google with this cut meat that you have. Yeah, exactly. Like a steak cut meat. What yeah, is exactly. this? That will be in the last page with the cuts. Okay. With the local menu. So that would be if you want the milk fed, you can take this one alone with the yes. main course. This is. Yeah, this is this Chat, one. Я сейчас вырублю микрофон, будет как лучше. Без микрофона или main course made okay. by our chef. So okay. just the meat is more pink inside. Okay. With some chapter. Okay. Understood. Okay, so I will start then. Can we have carpaccio? You are already ready to order? Yes. Okay, I'm listening to you. Okay, so we want carpaccio. Beef carpaccio, yeah. Yes, we would like some yellowtail carpaccio yeah. as well. To share? Yes, to share everything. До смерти разъебаться есть что-то? Да, сейчас ищу. We will have this milk veal for yeah. sure. Milk veal? You have to choose this one garniture with the milk veal. The more famous are the roasted baby potatoes or the tomato and basilic salad. Yeah, can we have that, the roasted baby potatoes, please? Do you have some fried, you know this fried type of seafood? That's a lot of small seafood that is fried? We haven't those one. Okay. Легкий сифилис, может. Okay. Can we have some risotto? Yeah. Where is it? The risotto is this one. What is Milanese style risotto? Is What's it, inside? Is it just the risotto with some rice cream, milk, and some saffron? It's an okay. APA, such as the paprika. Okay, can we have some of this of course, as well? Yeah. And for a free person home, how... Maybe something else you would recommend us to try from what that to I share? Didn't? Yes, to share. Because we want to share everything, basically. We can make... Maybe we'll have the Ventesca Gitona. Very famous to share, a lot of people. Zucchini, this one? Yeah, the roasted tuna, that'd be. Or maybe more inside the share, the squid is with our new card, that would be some squid with personalized sauce at the is top. Is it fresh squid? Roasted. Roasted, okay, yeah. Can we try that? Okay. Yes, as so, well. The beef, the roasted squid, and the yellowtail. Yes. And about the main course, just the veal, the beef, the meat fed, the Milanese salad, crispy suckling pig, sliced mignon beef, with, and the other beef then. The tagliata. Yeah. What would you recommend else from beef? Some veal. I maybe suggest. For me, the best would be with the crispy sucking pig. No pig, my friends no pig. Don't like okay, it. Vitaly, his carton okay, the let's take this. About the cook of the tagliata, sir. Everything medium. Okay, perfect. Just this one would be more pink. As you say. We can make medium for the milk fed, right? You may want pink more red, right? Like medium rare. Yeah, exactly. This one will be more medium rare. We can make more, but the cook and how is cooking. As you recommend. Yeah, exactly. Okay, as you recommend. Perfect. Do as you recommend then. And just about the side plate with the tagliata, the same thing. And something. Tomato this one this time, or again the roasted baby? The same potatoes. Yeah. And okay. Can we have parmesan with that? Yeah, of course. And you have desserts, right? Yeah, of is course. It possible to order it after 15 minutes? Okay. Or no? Or we should order right now? Okay. Dessert. Maybe after the main course, but if you want maybe to take them now. Just okay. Because we want to make sure that we have the dessert. Okay. Just about the risotto is taking 20 minutes to be cooked. Okay. To be it's made. Fine. So it's time perfect. You are having the starters, I can put you the dessert like that you can. Okay, and we know can think about have. It. Okay, perfect. Thank you so much. Is it enough food for three person that we no, want? Yeah. Okay. Honestly, okay. Okay. Разъебемся? Да, разъебемся. Пиздит и пиздит.
Да надо было там заказ большой на троих сделать, я тут один за всех отдуваюсь. Я тоже. Он весь картон зажал. Ты сожил весь картон? Да. Господи, ну оставь нам немножко картона. Я вот. Не прошу. Ты хочешь картон? Очень. Я отказываюсь. Флексил картоном. Потейтос для колорадских пишет. А ты можешь чат без камеры открыть? Какой-то есть? Да похуй, забейте. Уже зачем? Да уже отъебали, да. Они просто вначале подумали, что будет бардак, а у нас все цивильно. Да, они подумали, что мы полные гетто, ребята. Да. И мы не из гетто, мы богатые белые. Жуки аккуратно двигаются, никого жуки не доебывают. Жуки — это интеллигентнейшее вообще сообщество тайное, которое как бы... Ну, реально пытается просто немножко прогресса этому миру дать. Реально. Ну, мы собираем всех жуков, но есть разные уровни жуков просто. Вот мы последнего уровня жуки. Вы вступительные уровни. Если вы хотите все-таки вступить, то... Жужжите. Жужжите на полную катушку и будьте интеллигентны. Да. Куда полетел? Верни, говорит. А кузнечки тоже жуки? Суки, кузнецы пи... Это опы. Опы кузнечки? Кузнецы опы. Кузнечки — это реально там... Щекоталки. Прыгают, блин. У нас кузнечки. У нас жучий, кстати, аппарат. Жути. Да, это жучий аппарат. Робчик когда приедет для общего вреда? Вероятнее всего не приедет, потому что все-таки это скам-проект. Ребята, это скам-проект, забудьте. Скам-проект, спасибо за денежки, сейчас покушаем вкусно. А ну что вы думаете, мы кушаем сейчас? Для общего вреда? Название само за себя говорит. Это жучий проект. Реально. Скоробей, скиньте донатик хоть. У вас же дохуя золота этого. Реально, золото собрали навозного? Осы, опы. Осы точно опы. Вы видели, какие осы опы, когда мы вставили всю систему. Жестко заебали. Ну мы там встали, блядь, у параша, честно скажу, тоже не самое гениальное решение. Ну, все оценили, говорят, о, вы у параши, вы с нами, поближе к народу. Угу. We said to have a look about the dessert if you want. Thank you so much. Ты гаси, ты говоришь. What? Донат, походу. Донат есть. Есть Italian cheese selection. О, есть панакота. Шизофрения. Есть. Костик, не жужжи на весь ресторан. 1500 прислали. Есть рикотта чиз айскрим. Просто, блядь, респект. Не. Чего? Я фигу покажу. Панакота имба пишут. Панакота имба. Мы будем панакоту пробовать. Она с чем тут? Панакота с алмонд. Это как этот миндальный сорбет и клубника. Что еще? Тирамису. Нахуй идет. Сыр, рикотта, мороженое с, винегер с этим, с уксусом, бальзамическим. С кем? Короче, мороженое с бальзамическим уксусом и малиной. Как, не понял, называется? Есть зато персиковый крем и сорбет с пенкой из шампейн-розе. Винегрет? Мне кажется, тебе это зайдет. Как? А персиковый крем и сорбет с шампанским этим каким-то пенкой. А шампанское будем? Ты хочешь шампанское вино? Или вино? Вино лучше. Ты шампанское будешь? Башка болит. Давай. Боишься? Не, я бы выпил. Ну давай выпьем. Давай выпьем. Со мной спорить поэтому не надо. Знаешь, как будто Поц задал мне этот вопрос, как будто я жестко против. Такой типа, а что, ты не хочешь вино, типа? Бля, где такое виден? А с бальзамическим колорадосом будет? Есть еще жукам картон закажи. Шоколадный с миндальным тортик, какао сорбет. Я вам и шоколадный сок. На тарелочку положу. Так. Пожужжите картон. Вот это жукам. Жук главный съел, посмотри на него.
Он взял и забрал у жуков и съел. Виталь, ты ну народу последнее забираешь, у них не так много картона. Как там рука вылезла, ты видел? Будут боксы. Какие боксы? Сюрприз боксы, он походу об этом. Откуда инфа? Мы разве не говорили этого? Ты говорил, нет, вот, Глеб Вонючин, Глеб Костин будет делать вонючий мерч для жучьего склада. 100%. Он уже шьет. Ну это не жучий склад, это жуки. Жуки фэмили, жуки индустрионос. Что? Индустрии. Индустрионос. Жуки индустрис, чел хотел сказать. Индустрионос, бля, сильный чел. Просто греческие жуки, индустрионосы. Жуки. Ну ладно, давайте так, жуки индустрионос. Мне нравится. Мафия? Жуки-мафия тоже неплохо подходит нам. Жуки-корпоракшн. Корпоракшн. Как же Виталий по жучьей схеме весь ваш фейм пиздит? Тру-тру. Не хватает только Неста тут, да? Чтоб подпиздить фейма. Просто давайте все как один скажем, что Нест вонючий хуй. Бля, пиздец, ты перегибаешь палку. Нест вонючка. Да я агрессивно сказал, как ты даже расстроился. Ну ничего, ничего, Нес должен знать. Место? Просто назвал чела вонючим хуем. Всем, кто нюхал вонючий хуй, это запах Неста. Как всегда пишут, бедный Нест. Бедный Нест. Бля, он нас запутал, какой бедный Нест. Какой у него, блядь, роялти приходит. От Йита, реально, богаче всех. Он уже себе хату на рубле взял. Чел, давно, да, Нест? Вот, если бы Нест, помнишь, мы вот стримили прошлый раз, когда в Монако были, и нам Нест присылал, типа он такой хороший, эти донаты. Да. А сейчас не присылает. Знаешь почему? Потому что все уже вот проникли схему, фишку выкупили. Все, Нест. Подбил под себя индустрию. Mm-hmm. Реально, салют, экстрим всем, кроме Неста. Все нормально делают. Все хорошо, реально, вот все, бля, охуенные биты присылают. Нет там, блядь, Нест на бите тоже. Я думаю, ну господи, ну зачем вы мне это присылаете, реально? Думаете, я на это зачитаю. Я в ТГ создал линк «Жуки Фэмили», готов продать и создавать новую эру жуков. И канал для них. Чел, реально жук. Жук, уже вот каждый жук, да, быстренько пытается заработать на другом жуке. Братья-жуки. Вы же братья. Вы же братья. Зачем вы пытаетесь? Зачем вот эти вот все жуковые схемы, реально? Пацаны, это тоже, походу, хавчик. Жучиный. Это хавчик. Виталь, попробуй. Он музыку слушает просто. Сидит, слушает. Новый релиз Кен Карсон. Третий вайпер. Новый сниппет вайпер. Срочно в колонках своих. Виталий вайбит. Посмотри на эту палку, реально, что это за чушь? Это хавать. Это кто принес? Это хавать. Это для тебя. Ну-ка. То, что ты просил? Нет. Не очень. Вот. Что, суп? To be the little sauces. Okay. I'm starters because before to give you the... Okay, okay. Understood. And to be such as the gazpacho, that to be gazpacho. With tomato water, with some lemon, olive oil, and black pepper. Okay, gazpacho мы... I'll come back with the... Sorry, can понимаем. We order some wine as well? Yeah, I just call you a second. Okay. Мне нормально положили, Роберта меньше, тебе вообще... Че мне просто сам разбирайся. Роберта выпили кого-то там. Чуть-чуть подпили. По дороге шел. Ой, мерси. It's me.
Thank you so much. Батончик. We can take this as well. Don't need this. Thank you so much. Merci. You have some butter? Le beurre. Merci. With more salt butter or normal butter? Mustard butter, you said? Salt butter. Salt butter. Thank you. А чё мне, ножом хуярить это? Или как это? Вот так просто. Ничего, нас отменяют нам. We're just like for how we eating nobody. What is the reason? Because there are authorization needed. Authorization meaning it's authorization? Yeah, exactly. For this can kind we of camera. Do this? No, that would mean. We need some manager and the marketing. It sounds like we need time. We're just eating ourselves. Yeah, nothing, we don't bother anyone. Just so we have the expression if we like the food and stuff Yeah, of course I do know, but it's actually not allowed because this kind of filming in this hotel, in the restaurant, it should be complete. Because we have a great opinion of the restaurant. Yeah, it's very nice and everything. We say that it's good, we don't say anything bad. Absolutely, I don't doubt it, but I'm sure. Playing in a positive side. Yeah, I do know, I 100% I do agree with you, but it's actually yellow. Is the hotel rules. Maybe we can call someone? No, not at all. Ask someone? No, because there are something we are concurring with marketing. Жуки нам запрещают снимать. That's what I'm trying to explain. Приходит охранник и говорит, что нам нельзя снимать. These kind of agreements is this. Это типа так пить. Are we supposed to drink it like from the... Exactly like the tea. Okay, thank you so much. Ну ладно, чё тогда, давайте похаваем. Ну, чё, я против еды тогда. Чё, не хочешь кушать? Не буду тогда есть. Ну а чё мне, если запрещают снимать? Maybe we can WhatsApp this some manager of marketing. Ну чё, заплатим и уйдём? Да. Ну а чё? Давайте похаваем хотя бы. Да. Ну типа... Так о чем мы не говорим? Похавать хотя бы хочется. Можем просто реально экран вырубить и камеру я также оставлю для еще. Да, выруби экран свой. Okay. Ну все. Жужжат. Жужжат, говорят. Расстроили. Открой дашборд, не нашлось. Так я чат открыл без видео. Да. Охранник клещ ебаный. Клещ. Он хочет, чтобы мы поставили на стул. Нет, мы хотим вот так камеру. Ну что он нам еще будет запрещать камеру куда-то ставить? Да, он говорит, чтобы мы поставили. Ну, значит, мы не будем жрать. Я бы пожрал все равно. Ну, я нет. Можешь пожрать, брат. Thank you. Do you want this field? I'm pushing to my... What is this, wine? Do you want this? Do you want швинчик? Я уже ничего не хочу. Thank you. We'll just look for a second, okay? Все понимает, и в целом согласен. Мы типа должны были заранее с ними поговорить. А с чего это мы должны? Может, они не знают, кто мы, какие. А где запрет о том, что нельзя снимать? Это базовый запрет. Нет. Ну, у них типа... Нету никакого. Из-за того, что это частная собственность, это они не могут сказать... Частная собственность туда, куда не ходят обычные люди.
Здесь, частная собственность, это где стоит охранник и запрещен проход туда. Если там не стоит охранник и не запрещают проход обычным людям, значит, это не частная собственность. А как она может быть частной, если здесь люди, здесь проходной двор? Как это может здесь быть? Здесь не проходной двор. Ну, как это? Каждый, кто может сюда пройти, ну, он может позвонить, забронировать здесь столик. Значит, это уже не частная территория. Мы можем включить телефон, и никто нам ничего не скажет. И свет будет заебись. Я поэтому и говорил, что иногда в рестах нам придется телефон врубать. И это, ну, не худший вариант, это чил. Будем на улице. Давай врубим телефон. Попробуйте. Вам то же самое скажут. Да не. Там надо будет как-то поставить, потому что если мы как-то так поставим, будет выключено. Да, то, что мы снимаем, да что я могу с телефона снимать, это не проблема. Но он все равно понимает, что... А давай спросим, can we film from the phone? И все? А ты в вино не будешь? Ну, что-то мне уже вообще не... We wanted to ask the monsieur about if we can film from the phone. Can you ask it? Because if you don't want the camera and stuff like that, just for our own experience. Okay, thank you. If you can ask. For the wine? Just a couple of moments, because we were just talking. А тебя сейчас снимает, да? Не, не поставить. Так, а мы в эфире вообще сейчас? Да, чат пишет. Не знаю, что ты встал. Вышли все. Подумали, ущемляют права их. Ну, у меня минус вайп полнейший. Ну, есть такое, просто ты не колпачишь, тоже так сильно, знаешь. Ну, а что нам, типа, ну, я готов не жрать, типа, и стримить. Протестовать, просто ну, пойти в другое место, где будут адекватно относиться к этому. Мы сейчас здесь никому не мешаем, абсолютно. Снимаем место, где нету ни одного человека. Это не в этом проблема, он сказал, что это маленькая, типа, это ассоциация с рестораном людей именитых. Они видят, что это, типа, стрим, что это не... Что? Какая им разница? Маркетинг. Да, окей, маркетинг, но он не может перечить законам, понимаешь? Закона нет, что мы не можем снимать в ресторане. У них есть свой закон, что да, они могут сказать, что... Они если... не могут... Нет, брат, если они не хотят, чтобы мы снимали, они могут сказать... Рестораны не могут ставить свой закон выше закона, который прописывает страна. Да, но это ты просто... знаешь, что законы этой страны? Да, нигде не запрещено снимать. В частной собственности запрещено? Брат, частная собственность, туда люди не могут пройти. Как мы сюда прошли? Никакого КПП не было, у нас не брали паспортные данные. Это не частная собственность. Ну, я с тобой, походу, не могу согласиться, братан. Ну, это реально, ну... Нет проблем, но ты можешь прочитать закон и увидеть это. Почему челы, которые вот на Ютубе постоянно с кем-то срутся там и так далее, и откачиваются, и отстаивают свои права, потому что часто заведения придумывают права выше тех, что есть на самом деле. Потому что они просто не хотят, типа. Они не могут сказать, что мы не хотим из-за своего маркетинга, чтобы вы здесь снимали. Такого они не могут сделать. Это, ну... Can we just film on the phone, the food, and okay. stuff like that? The fact that everything is for promotion or for live, like I see, where I think Twitch or whatever, has to pass with an agreement, not for personal use. Okay. That's the point. Okay, well, I thought that's the problem in the camera. It's not about the restaurant, we just wanted to eat food and while we're eating, because we have to stop the thing while it's, you know, we're not promoting or making anything, it's just like we want to pass this food part and go further, continue, and, you know, our people are seeing this interaction and stuff and they're like, what the hell, what's the problem? No, because absolutely. We just want to have food and go continue with our thing. I really do understand your point. Because it stopped right now, but the thing is... Yeah, you know, yeah. Actually, the fact is, you know, for personal use, there are no problems at all. But for you as well,
one day Booger Tell want to make the choice to make a legal action against you, you could be charged, you know, because it's not authorized. And we preview you, we are about to sing you, it's not allowed if you keep filming. Окей, okay. Они говорят, что... Он говорит, что, смотри, если они по закону своему, они говорят, они не хотят, потому что у них есть право, потому что мы не можем, а для personal use это там, знаешь, снять видос, а для лайва или commercial use нельзя. Мы не commercial, у нас да. Не монетизируется контент. It's not monetized. Sorry? It's not monetizing. So we're not monetizing. Это не коммерческий контент. Not now. No, it's not monetizing. It's not gonna be monetized. Yeah, I do know, but it's not the point, unfortunately. But why? We don't make money from it. Yeah, I really understand this point of view. Actually, if you're in your own place, I do respect your point of view, I do respect your job. It's actually really for you as well. If one day, for every reason, Google Tech can see this you filming, can see this film, and there's no preview authorization, there are no contract signals, we can, the hotels could make a legal action on you. Yes. And they will not see this on YouTube or you something. You never know. Actually, we are telling you, you're not allowed. If you keep filming... We're not filming. Yeah, no, but if you keep filming, me personally, as a manager, yes. There's nothing I can do in this moment. Yes. But the hotels, the record hotels, the Google hotels, keep taking actions. So even if we film from the phone? Even if you film from the phone, because you are live streaming. Even if you are not taking money. Okay. That's yeah, I understand. I'm just asking if maybe there's a Chrome camera problem and stuff because we don't want to pause the streaming process because we went here for the food, not something crazy. I really don't understand. Он говорит, что типа он как менеджер ничего не будет делать, ты-то можешь снимать. А что они могут однажды сам Булгари, где офис может нас засудить, типа legal actions. Пусть заслушивают. But if you're okay, yes, but one day maybe you're gonna have to pay a lawyer. And you're telling how much? I don't know, I'm not a lawyer, neither a judge. Okay. In my opinion, for me, okay, but actually you're telling me you're not monetizing on this. No. You're making for the stream, for your fans, for... Yeah, it's not gonna bring us money. But the fact that you're not monetizing, you risk to fine for this. Yeah, if it's a fine couple thousand, it's okay. I'm not the judge. If it's 50,000 or 100. I'm really not the judge. Okay. But we're not making anyone uncomfortable, no? Not my guest for the moment. Because we're not showing anyone, no guests, no nothing. We're just chilling, eating food my small suggestion is, if you wanna do this and take the risk, you can do it. If you're fine with that. If you're filming your phone, I cannot stop you. That's what I'm saying. Okay. I'm not stopping you. So just because you're guests like the others. Okay. But there could be legal actions, not coming from me. And okay. There could be, fines and so on. Okay. That's when I try to speak. Okay, thank you so much, sir. Thank you. And for the moment, is everything all right? We just started talking about this, but we wanted some wine. Будем вино тогда? Так, а чё? Он сказал, что чил просто, он говорит, нас могут с офиса засудить, он тут ни при чем. Он говорит, типа, я вас просто предупреждаю, что нам может быть legal actions, типа, аля. Что если чело увидит на ютубе эту хуйню, то придется судить. Пусть судится. Он просто сказал в конце про телефон. Да, что если даже на телефон это будет. Нет, он говорит, по-моему, сказал, что типа намекнул, что на телефон снимать. Да, он сказал, короче, на телефон сейфово снимать в ресторанах. Потому что камера это стрёмно. Есть такая схема. Чё, будем по бокальчику? Ну вот, если мы снимать можем, то да. Да, давай на телефон просто и всё. Снимай. А если спросить про камеру? Да не надо про камеру, реально. Я говорю, давай на телефон хотя бы поснимай. Ну, если вы хотите.
Да не, ну просто потому что на телефон они могут отъебаться, и никто не будет нас ебать. А если на камеру, то будут ебать нам мозги. Всю дорогу, я вам базарю, пацан. И много где, особенно во всех хороших ресторанах. Ну и что, нам теперь не вайбить? Да не, вайбить на мобилу просто. Да похуй. Что ты говоришь? Ну что, ну засудят, окей. Ну, посудимся. Предлагаю. Да не посадят за то, что ты снимаешь видео, мы ничего там плохого. Anything you recommend by the glass? Нету ничего страшного. Yes. Anything it's чуть nice? Чуть не видели, what что would ли? You say it's nice? Italian friends? Whatever, I don't, I'm not a specialist. Мелочи. Кислое или сладкое? Да похуй мне. Любое. Just anything you recommend. Two glasses of white wine. Beautiful Pinot Bianco. Let's do this. Осудят, осудимся. Let's try this first. If we like it, we will try that as well. Okay. Okay, thank you so much. Это выглядит плохо. А мне кажется, это осьминог. Мне не нравится. Это печеный осьминог, да. Выглядит как говно. It's not fresh, right? The calamari? Yes. What do you mean for fresh? Well, it's baked, right? Or yeah, something? Yeah, it's vacuum sealed and then glazed. Yeah, it's good. Это карпаччо. Okay, thank you. Я предлагаю снимать. Я предлагаю снимать. Вайп убили, пиздец. Я такой веселый был. Да, вайп чуть-чуть убили. Но не что, чуть-чуть, полностью. Ну, не, ну убили, но я говорю, что если они убили вайп, такие челы, мы будем просто знать, что, знаешь, здесь вот не варик стримить. Ну просто мы тоже на свой страх и риск. Невкусно. Что, осьминог? Да. Thank you. Винишка заебись. Ну, плесни разочек. Just for you or? Yeah, for my friend as well. Клещ таран. Это чё? Это килька? Это yellow tail. Ну, хамачи, короче. И чё там? Ну, нормально, похоже на селёдку. С картошечкой бы такое. Ну, лоховской какой-то стрим. С бачку, блядь. Ну ладно, братан. Я не знаю, ну типа. Ну не ладно. Я имею в виду, как ты чувствуешь? Хочешь снимать на камеру, судиться, базару нет. Я просто чуть-чуть не за такую историю. Да нихуя не будет. Я тоже не думаю, что будет. Просто я предлагаю снимать на iPhone, чтобы тут тоже к нам все время охрана не подходила, мозги не ебало, потому что, если честно, мне, ну, неуютно. Я поэтому... Мне кажется, что телефон, видно же, что если просто нам есть телефон, то нам надо вот так вот его поставить, и видно. Если телефон поставить, никто парить нам мозги не будет, я считаю. Они уже запарили просто. Ну да, так будут еще парить, я уже так, ну, совсем заколпачусь. Ну, вот рыба это вкусно. Пиздеть не буду. Осьминог даже стрёмно пробовать. Я попробовал. Я думал, что он будет более загриллированный. Чат говорит на iPhone, типа, включайте. Ща Виталий что-то мутит. Отлично. И можешь вырубить, знаешь, максимальную яркость, чтобы не ебали мозги. Сейчас на мобилу перейдем, жуки, да. Тихо-тихо. Тоже не шабутите. И выруби экранчик. Тогда чат не грузится. Я попробовал вот так вот. Так, а там нету панели управления? Где-то была.
вот так вот все. Вот эти две. И все, и туда встать. Давай, офи. Сейчас жуки. Перерывчик. Перерыв небольшой. На 0,5, да, поставил? Заебись. Ты вот это вот берешь туда. Будешь отсюда бухать. Видно было. Все, Костика видно? Да. Все, заебись. Уберите камеру, так чтобы нас не колпачили вообще. Да, ну они уже заколпачили. Ну, имею в виду, дальше не колпачили. Дополнительно. Мы уже дали челу понять, что мы рисковать готовы. Поэтому он не вряд ли что-то будет говорить еще. Да рисковать за что? Мы никак не порочим компанию. Я просто... Что нам предъявит в суде? Слишком люто вайбили. Ну, могут какие-то вот фрики прийти. Они же не знают, кто он, какая репутация и так далее. Окей, но что нам именно конкретно могут предъявить? Типа, блядь, жестко они жрали. Слишком много жужжали. Такое будет у них в суде? Слишком жуки жужжали. Жрачка вроде чил. Ну такая очень традиционная. Знаешь, типа салат с мясом. С мясом. Соус какой-то. Put everything for you, sir. Mm, it's very nice. Thank you so much. Он сказал, как наша отрава. Угу. Стряпня отличная. Спросил про жрач. Жрач есть. Не были бы вы такими душными еще. Но убили вайп достаточно, да, сильно заебали, прям вообще, знаешь, сложно реанимироваться. Ну что, а что жуки там? Ну тоже они на полу тильте. Ладно, жуки, не расстраивайтесь. Жучиная история. Вот мы сейчас подбухаем с Костей немножко. Мне кажется, вайп вернется быренько. Я не знаю, куда дальше. Для реанимации я знаю. Для реанимации. Реанимация вайба. Виталий знает куда. Знаешь, Виталий? Угу. Как? На К начинается. Ёбнутая лошадь? Да, это это? Виталий все на ёбнутую лошадь намекает. У меня она в этом, в рекомендациях попадала. Уже, да, не раз. Это потому, все что... говорят, сходите, пожалуйста, умоляют меня. Кто? Эти жуки? Ну, типа такие. Жуки в чате? Не-не. Костян, типа имей в виду, у колорадских осенью период спаривания, будешь бегать. Бушевать будем, пишут. Бля. А что, еда будет? Ждем. Или так только решили не давать. Покусаться. Про третью камеру говорят. Не хочу. Мы на грязной. Мы на грязном всегда. Давай.
Да ладно, тут приятно. Ни к чему. Испортили вечер. Да уж, Болгария. Болгария отель. На каком я счастливом выходил. Да не, братан, ты тоже не воспринимай это так близко к сердцу, я тоже видел. Ну тогда есть не будем, все такое. Я еще думаю, бля, я пожрать хочу. Типа независимости. Потому что, ну, голодный. Как бы тоже, знаешь, так это воспринимать в личную. Без разницы. Просто я это оцениваю важнее, типа, стрим, чем пожрать, потому что пожрать можно и в другом месте. Ну да, но уже поздно даже, кстати, мы сейчас никуда не пойдем. Да все, ты уже просто жрать тут захотел. Лошади никогда не пожрать. Лошади всегда рано. Лошади не пожрать, братан. Там, типа, надо заранее билеты брать, чтобы... И выбрать билет со жрачкой, и тогда ты идешь в буфет, походу, или там на ужин после. Ну, лошадь, короче, открою тайну, это кабаре. Да. Никому. И Виталий все время нам говорит, напоминает про эту лошадь. Ну, ему понравилась идея просто, я чувствую. Ну, Виталий хочет всегда каких-то... Каких-то развращений. Грязных темок. Извращенец. Ну, что, как дела, Виталий? Что сказал? Реально? Что? На зарядку. Камеру он туда поставил. Просто. Сейчас ему секреты вы. Это нас точно засудит. У меня там в этой зарядке схема. Заглушка. А тебе зашел осьминог? Мне что-то не подъехал он вообще. Ну, слушай, ты так его. Обычный осьминог, братан? Как может быть обычного что-то в осьминоге? Ну, со стринкой. Это ж ебанутая тема осьминога. Ну, вкусно. О, как? Выдавил из себя все-таки. Тихо-тихо. По пятибалльной системе, если... Три? Три, да.